Добрый день, дорогие зрители и гости моего канала, с вами Виктория Снежная. В этом видео мы с вами вместе вскроем вот этот вот конверт, в котором приехали мои стикеры от любимой группы НКС, No Kids Stickers. Итак, поехали! Так, надрезали, давайте уже доставать. О, боже мой, какая цветопередача, я сейчас расплачусь. Они прекрасны. Кстати, бумага другая. Она также, ну, виниловая, она глянцевая, но она другая. Она лучше, чем была, хотя мне казалось, что куда уже лучше. Они очень классные, ребят. По ходу дела НКСовцы прям изменили свое качество. Первый пак с цветами всевозможными. И такое чувство, что они именно нарисованы вот карандашиками, не знаю, маркерами. Выглядит просто потрясающе. Вот. Здесь есть маленький одуванчик, а тут клеверочек. Ху-ху-ху. Так. О! Да, этот потрясающий апрельский пак заказывался из-за Зверополиса. Боже мой, я обожаю Зверополис. Вы посмотрите на эту зайку. Ну вот, она потрясающая. Мне очень понравилась Джуди. И вся эта история с детективами, с полицией, это, ну, не знаю, меня это захватывает, вдохновляет, мне это очень нравится. И, наверное, именно поэтому я сейчас подсела на сериал «Касл», восхищаясь детективом Бейкет и просто получаю огромное удовольствие. Так вот, здесь у нас Зверополис, Бэтмен против Супермена, но это меня мало интересует. Что еще? Книги лучше, чем люди. Ну да, возможно. Кристаллики, ленивец. В принципе, милый пак, но вот эти вот две вещи, они прям делают все. Вот. И маленькое яичко. Крохотное яйко. Ну, анимешная девчонка. Так. О, вот этот вот пак, он просто... Я его когда увидела, я поняла, что я его хочу. Потому что силуэты животных, они ни к чему не обязывают. Они несут в себе довольно-таки многогранный образ. Плюс вот этот вот раскрас, ну, нечто, смесь такого этно и дудл. Вот мне очень нравится, потому что такими вещами очень классно декорировать обложки, например, блокнотов, или клеить их так, чтобы, ну, они тебя не привязывали к чему-то. Я прям тащусь. Мне очень нравится, они выглядят и загадочно, и мистически, и просто вообще супер. Так. Вот этот вот пак я видела у них довольно-таки давно. Он вышел, ну как давно, месяца 2-3 назад. И мне он очень понравился своей яркостью. Вы только посмотрите, насколько это насыщенные цвета. Это просто потрясающий глубокий голубо-лазурный цвет. И плюс мистическое оформление, там совушки всякие, животные, там лисы с перьями, отсылка к индейцам, ловцы снов. Это не может не радовать. Посмотрите, насколько это ярко, сочно, насыщенно, опять же повторюсь. Это потрясающе, по-моему, просто. Арты и цветовое решение супер. И вот этот вот горностай или хорек уж кто это, на веночке, это прям... Мне очень-очень-очень понравился этот пак. Вот. И что у нас здесь еще? И здесь у нас постер апрельский, календарик вот такой вот стильный с надписью, да, апрель, пейзажик, ранняя такая природа просыпающаяся, и вот здесь вот идут ненавязчиво даты. Спасибо, приятно, довольно-таки неожиданно. Вот, сколько у нас здесь паков получается? Раз, два, три, четыре. Четыре пака получается. Вот, я обожаю НКС, они классные, у них качество просто потрясающее, и печать, и стикеры, все стикеры вырезанные уже. Вот, я очень-очень люблю их, и, кстати, некоторые их стикеры я отсылаю вам в письмах. Вот, в ответных письмах, когда вы вкладываете конверт для ответа, вот, я вкладываю иногда еще именно вот стикеры НКС.
Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, это видео было информативно, интересно, полезно, а самое главное, вдохновляюще. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. И до новых встреч. Пока.